Топ-модель по-русски 3 добирается до крупного промышленного центра города Омска. Поговаривают, что этот населенный пункт чрезвычайно богат красотками. И семейно-торговый центр «Мега» подтверждает сию информацию. А в Омске, не потому что я здесь живу, огромное количество действительно красивых, хороших девушек. Здравствуйте, меня зовут Грушевская Наталья, мне 22 года. Я работаю бухгалтером, но моя мечта – стать топ-моделью по-русски. Кастинг в разгаре. Основные требования к конкурсанткам – рост не менее 172 сантиметров, возраст от 18 до 27, грудь не более второго размера, бедра до 94 сантиметров. Но, возможно, и исключения. В наличии всего 6 билетов для прохождения в следующий этап кастинга. Он состоится в Москве, и на нем будет сама Ксения Собчак. Зная это, девушки стараются изо всех сил. Чем ты готова пожертвовать ради модельного бизнеса? Парни, тут план есть. Получается, придется им пожертвовать. Потому что он мне не разрешает, он даже не знает, что я сюда приехал. Не разрешает. Интересное слово такое. Не разрешает. Идем под музыку. Становимся на точку. Возвращаемся назад. Итак, два круга. После чего жюри делает свой выбор и отбирает нескольких счастливых красавиц. Впрочем, у девушек, желающих попытать свою удачу на поприще красоты, еще есть такая возможность. Ведь кастинги «Топ-модель по-русски» продолжаются. Юлиан Миранду, Виталий Фомченко и Ирина Надейкина про новости из Омска.